дамы и господа. Всем салют, кто меня знает, а меня, наверное, знают все, и я всех, наверное, знаю. Спасибо вам большое, что потратили свое драгоценное время и зашли к нам на вечерок, на огонек. Но сегодня я вас сразу предупреждаю, что мы вас чуть подмучим сегодня. Не будет никаких там коммерческих произведений, хотя обманываю. Даже если они прозвучат сегодня, но они будут максимально загружены интеллектуально. Поэтому я вас поздравляю. Сегодня мы вас отправим высоко. Хлопать умеем? У меня какие-то... Барабанщики, здесь же есть барабанщики. Как надо хлопать? На первое, третье, брат. Правильно, вот так, да. Я шучу. Давайте вместе. И мы начинаем концерт. Я сегодня представлю вам своих любимых музыкантов. Я считаю, что они лучшие в нашей стране. Как минимум, один из лучших. Фортепиано, Антон Барон. Контрабас. Сергей Корчагин. А я им буду мешать сегодня. Меня зовут Давид Сагаманец. Thank you.
Thank you.
Спасибо. Ну что, нормально? Нормально? Мы стараемся, да. Антон Боронин. Сергей Колчагин. И сейчас я хотел бы, вот у нас заявлено трио, да, но я все равно до квартета хотел бы расширить. Ну, у меня всегда хочется что-то расширять. Если квартира, то лоджия, да? Ну ладно, это будет. Я хочу позвать своего близкого друга, гениальнейшего саксофониста. Я думаю, это молодая визитная карточка нашей страны, потому что он газует очень сильно, и мне очень нравится, мы с ним пишем его альбомы, его композицию часто играем, и поэтому... Антон Чекуров. Сейчас он для вас сыграет прекрасную композицию. А кто угадает размер, подарю палочки новые. Только сам мне ноты. Приступим. Палки Викфер, кстати, я артист компании Викфер. Есть за что бороться. Шесть возьми. Thank you.
Что, победители есть? 14! 14! Нет. Угадайте. 12-8. Нет. 4-4. Поэтому эти прекрасные палки из прекрасного дерева останутся у меня. Хорошие. Антон Чекуров. Антон Боронин. Сергей Корчагин. Я шучу, но вторую цифру нажмите ближе, чтобы я палки отдал. И это наша шестерка, я понимаю это все. 11, ладно. 11, да? Ладно, мы продолжим, потом я выберу команду. Раз никто не делал, да. Следующая песня, композиция, также Антона Чекурова. Как она называется? Ночь Долгов, да, или как? У меня с английским не очень, но мне можно. Погнали!
Антон Чкуров. Он сам еще вернулся. Антон Воронин. Сергей Пархатов. А сейчас, господа, мы для вас играем мировую классику. Прямо с Реал Бука. Надеюсь, вы угадаете, что за композиция. Я так надеюсь. И я угадаю, что будет. Поэтому мы продолжаем. Thank you.